18 июля 2015 года НАРЭК, независимое агентство по регулированию в энергетике, приняло необоснованное решение по увеличению тарифов на электроэнергию и природный газ. Данное решение было принято с нарушением действующего законодательства. Проекты этих решений не были опубликованы за 30 дней до их принятия. Кроме того, данное решение было принято в период, когда исполнительный орган власти является временным. Я имею в виду то правительство, исполняющее обязанности премьер-министра и все министры с приставкой ИО. Незаконное повышение тарифов на электроэнергию и природный газ ударит в первую очередь по инвалидам, пенсионерам и всем тем, кто находится за чертой бедности или на грани этой черты и еле сводит концы с концами. Повышение тарифов вызовет, в свою очередь, подорожание на хлеб и другие продукты питания. Власти об этом не говорят. Они замалчивают тот факт, что из-за их решения людям просто не будет хватать денег на еду. И это только начало. За этим последует повышение тарифов на другие коммунальные услуги. Вся ответственность за это лежит на правительстве Республики Молдова. Сложившейся ситуации требуем или предлагаем, а то вы будете определять, уважаемые советники. Первое. НАРЭК. Отменить незаконное повышение тарифов на электроэнергию и природный газ. Второе. Правительству Республики Молдова разработать механизм предоставления адресных компенсаций для социально уязвимых категорий населения с тем, чтобы граждане Республики Молдова не оставались за чертой бедности и в случае повышения тарифов, роста цен на продукты питания, медикаменты и так далее. Третье. Правительству Республики Молдова провести реформу по повышению заработных плат и пенсии категориям граждан, для которых подобные повышения тарифов являются особенно сложными. Четвертое. Провести экстренное заседание парламента Республики Молдова с рассмотрением возможности аннулирования данного решения НАРЭК. И предлагаю, естественно, как я говорил раньше, только проект, его можно редактировать, дополнять, изменять или вообще не принимать. Это ваше право, уважаемые советники. И направить эту декларацию президенту Республики Молдова, спикеру парламента, исполняющему обязанности премьер-министра, или, может быть, на тот момент, пока мы будем редактировать, переводить на государственный язык, у нас уже утвердят премьер-министр, тогда на имя премьер-министра, и на имя руководства НАРЭК. Спасибо за внимание. Очень все правильно, Александр Федорович, тут ситуация, знаете, какая. Вот я уверен, что большинство, не просто совет всех присутствующих в зале, сейчас согласны с тем, что сказано, что то неправильно сделано, там перестарались и так далее. Но это то же самое сейчас, как писать про реформу Министерства внутренних дел или Министерства юстиции. То есть мы можем выступить с тем, что мы не согласны со всеми этими повышениями. Ну, написать, кому писать? Тимофте? Я не согласен, он прочитает, я но лучше, мы напишем. Я считаю, что лучше эту бумагу передать Дубинскому в управление образования, больше того, как бы. Ну, как бы. Давайте порассуждаем. Да, вот, возьми. Можно резать? Да. Я считаю, что мы должны очень здорово подумать, прежде чем это заезжать, потому что у нас завтра будет тот пункт, я не помню, какой у нас он там по очереди, о поднятии тарифов в ЖКХ. Поэтому мы должны очень здраво подумать над этим, потому что тарифы обоснованные. Я вам скажу, что они более чем обоснованные. Может быть, они сделаны с неправильными законными моментами, то, что сказал Александр Федорович, там 30 дней за, до, я, к сожалению, не юрист, но нужно говорить четко о том, из всей этой декларации я поддерживаю только лишь одно, что мы можем обратиться к правительству, к парламенту с просьбой, потому что требовать мы не можем, к сожалению, введения адресных компенсаций для социально уязвимых слоев населения. Все остальное это реклама